А теперь загадка от голубя Арсения. Как здесь регулировать, сука, звук? В настройках. Сука, ну ты прям, я покрутим не знаю, покрутим Вадиме со скоростью звука. Смитрим верхнюю пениль. Ну вроде чё, Арсений, не работает? Да. FPS даже больше, сука. А сколько додиков, вот вопрос, хорошо, сколько додиков на этой карте вот сейчас находится? Ну, вообще всего... Блядь, ебать, 80, охуеть. Всего 100 максимум, но сколько из них реальных людей, вот это вопрос от Жака Голубя. Загадка. А они русские или это со всего мира? А, не знаю, там хачи бывают, там турки, боссы, арабы, блядь. Вообще выглядит уебищно, вообще выглядит, вот сейчас смотрю, выглядит игра очень уебищно, ну графика, я имею в виду. Да, я говорю, типа... Вот почему-то ДВД ругали за графику, хотя вот там-то графика, она нормальная и на ПК-шную хотя бы похожа. Она реально похожа на ПК-шную. А в мобайле, в папке... Оси, блядь, забыл, как самолет называется. Оси-130. Оператор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, выключай срочно. Ну чё, на сосновку, пацаны. А тут не те мосты, вот сейчас мы сейчас продаем... Да, пролетаем нас... над ними. Нас вот здесь, нам пизды вломили. Сосновка это, сука, деревня. Причем деревень блядь. Таких по России, по-моему, до хера и больше, кстати. А здесь это military base, то есть военная база. Ну, то есть это, да. Короче, все, в принципе, работает нормально. Панель это обусловно не вылазит, все, самое главное. Угу. Управление опять тоже руины. Работает. Какие руины? Только ну, меня... где звук, сука, не понятно. У меня не прогрузка текстур. О, это, блядь, Чернобыль, что ли, это, который там станция такая? Похоже на концлагерь немецкий. Ну, кстати, да. Бля. Спасибо, что высадил меня в такой анус мира. Пожалуйста, только от меня это не зависело, потому что у меня все лагает. О, М24, мне бы еще прицелить. О, пацаны, там он на базе несколько людей, давайте, вон, пацаны, на 130. А мне наверх залезайте, я еще и восьмикратный прицел нашел на М24. Блядь, где ты, сука, я тебя потерял, блядь. Сука, мы без всего, да, значит? Ой, блядь, все, пизда. Все, мне пиздец, пацаны. Пизда, все. Сдох. Блядь. Игнать и сдох. Подожди, откуда тебя убили? Откуда? 130 часов. Они на железной... А, это вы, блядь. А, где-то 130. Арсений, ложись. Нам сейчас пизды вон. Так, покажи... Ну-ка, выцепляй. У меня просто, смотри, видишь, какой прицел сладкий? Вижу. Ебать, охуеть. Вижу. Где? Насколько? Блядь. А, вижу. Сука, вот это мы пизды. Блядь, а я не... А могу... Убил одного. Где второй? Блядь, откуда? Откуда? Арсений, помоги. Какого хрена? Ползи сюда. Вижу еще одного. Тебя... Сука, он очень далеко. По лестнице. Не получится. Я не пойму, откуда меня. Сука, выцепили. Я ползу медленно, чел. Очень медленно. Вон ползу. Там на 100. Вот если прямо смотреть. Да я вижу, где второй. Вадим, если смотреть слева от тебя, вот туда, вот прямо, вот там за зданием, там додики бежали. Вот прямо, да, вот там. Вон бежит у здания. Вижу. Сука, у меня ни бинтов, ни хера нету. Красиво вообще живем. А можно как-то свободный вид сделать или нет? Вон он внизу прям. Я вижу, но у меня ничего, кроме снайперской винтовки, нету, а с ней особо не повоюешь. Только на дистанции. Сука, помощь, у меня перезарядка! Вижу. На! Пошли его, анус. Хорош, красава. А он сам тут. Сука, починиться бы вообще. Чувак, нас штурмуют, нам пиздец. Да я не удивлен, сука. Блять. Быстрее надбежать, может у них бинты или еще что-нибудь. О, все, Вадиме пиздец. Определенно. Да. Арсений, беги, это сзади сейчас додики, отстрель. А, ну все. Как сзади додики, это значит не бежать, а отстреливаться. Ну, блядь, ну ты бежал все равно при этом. Да. Ну я в надежде на то, что там хотя бы бинты или какая-нибудь сосня будет. Там они все а я булку какую-то сладкую взял, но я, кстати, ее так и не сожрал, в том-то и прикол. Две сладких булки. Я просто жрать хотел. Да, Леха взял два пивка. Да, он все не, он, по-моему, один, что ли, гараж себе взял. А второй, он два чего-то взял. Или... А, я понял, теперь признаки аутизма, это, короче, бить друг друга. А, Арсений болеет аутизмом. Официальное заявление. Наблюдаем.
А ты не можешь, значит, бить, да? У тебя руки отсохли. Все, Арсений успокоился. Какой же ты конч, конечно, пассивный. Вот, смотрите, короче, есть так. Такой вариант. Сейчас, скорее всего, некоторые люди полетят на Сосновку, а мы летим вот в эти домики, там лутаемся и закрываем мост. И закрываем игру, я думал. Я же тебя не слушал тогда. Так, ну что, а тут додиков можно увидеть, которые падают или нет? Ну, и да. Если они не шибко далеко, то да. На 250 вроде там что-то было. О, 340 рядом с нами, 340. А, вижу, а, вижу. Трое, да. Я, кстати, сейчас... падают, они падают в это же место с нами, да. Понимаю. О, все, сейчас пиздец будет наблюдать, сейчас я сдохну. Я тоже сдохну. Дайте какое-нибудь оружие, блядь, быстро, сука. Я на крыше сижу, все, я не вылазю. Блядь, я не могу пройти, блядь, ебучий. А, ну все, понятно. А, все, мне пиздец. Сука, у меня берета. Ладно. Бля. А все, мне пиздец, все, меня застрелили. Все. Я, блядь, даже залутать не успел, заебись. Блядь, какого хрена? Охуенная игра, просто пиздатая. Мое почтение. Послушали, да. Вадиме. А причем, блядь, просто тоже это доказывает то, что челы такие же умные, как и я, туда прыгнули. Просто более скилловые. Да. Я потихонечку подплыл под водой и спиздил его лодку. И оставил его на том острове подыхать. Вадим, что вы так дергаетесь? Просто дергаетесь. А почему не показывается, как мы взлетаем с аэропорта? Это же, блядь, нереалистично. Ни в одной игре не показывается. Да, потому что... Чувак, это не реализм. Игра не говорит о том, что она реалистичная. Да, вот так. Блядь, хуизм. Тарков может быть реалист. Ну да, да. Да, но Вадим, к сожалению, в Тарков не может играть. Да, ну как альтернатива Таркову, если бы у меня был... Что комп... такое Тарк? Тарков. Escape from Tarkov. Да. Кого, блядь, чего убежать Escape от Тарков? Escape from Tarkov. Сбежать так, из Таркова. Короче... Тарков это город такой. Это... реалистичный хардкорный шутер от первого лица от российских разработчиков, забыл, как они называются, Battle State Games в Петербурге. И там вот все, типа, у каждой конечности отдельное здоровье, то есть если тебе стреляют в руку, у тебя минус рука, у тебя, блин, оружие не сможешь держать и все такое. Это, конечно, все хорошо, но какие компы нужны для того, чтобы в нее играть? Ну, кстати, вы, может, со всеми могли бы. Да, вообще без проблем. Я бы не против глупо поиграть. Да, она прикольная. Вот она... Да, только вот учитывая, что Игнатия тошнит, когда он видит на экране что-нибудь кроме Майнкрафта. Нет, я такого не говорил. Так я это говорю. Вот лично я бы скатал на самом деле в Days, тоже было бы прикольно. Да. Кстати, Игнатий, когда с вами Days to Die? У меня материал заканчивается как раз. Не знаю. У тебя он установлен, кстати? Да. Ну смотрите, прыгаем за лупу, будем не залуптаны, но зато живы. Ну это не факт. Кстати, блять, ебучее окно, не могу запрыгнуть. Что сделать? Я не могу в окно попасть. Блять, ну это как бы... Ой, спасибо, папаша, за калаш. Вот это кайф. А берета какие патроны? 10 миллиметров? 9. Так, а хер ли они не подбираются? Сейчас... Это дабл берета с Арсений или нет? Это обычная берета. Дабл, это, сука... Сука, хер пойми, что... Дабл. Херабл, блять, сука. Как убрать эту грёбаную автооткрытие дверей? О, вот. Шо, блять. В смысле? А чё тебе не нравится автооткрытие дверей? То, что ты говно ебаная. Бежишь вот так случайно, мимо двери пробегаешь, допустим, она открывается, да? А там какие-нибудь аутисты. И там, короче, чувак сидит такой, good evening. Да. Так и будет. Так, там кто-то идёт, меня нам напрягает. Никто не идет, все. 45 ECP кому надо? Мне. Мне да? Надо 762, блядь! Ёбаный рот! Мне пизды дают, блядь! Я не могу это повернуть. Вот, Игнатий, тебе пока пизды дадут, то это. Ты не успеешь сказать, что тебе пизды дадут. Как тебе да, я знаю, я помню, что было на мосту. Можно да. Не напоминать. Помним, любим... Скадрачим. Скадрачим.
Так, бота убили, кто-нибудь за это... О, я нашел Кар-98К. Нахера тебе Кар? Ну нахера? Ну это такой говнище. Вот у меня Кольт. Да я знаю, что говнище, но типа... А вопрос... кстати, вопрос. А UMP-45 это говно или нет? Ну нормально. Нет. Нормально. А у меня, кстати, вот знаете, какой вопрос? У меня была Беретта, а теперь у меня, сука, Кольт откуда-то. Тут, сука, превьюшки они передрочили. У меня P92, в инвентаре P92, беру в руки P92, ну типа Беретта. А иконка, сука, Кольта, где? Блять, ты охерительно, конечно, говоришь там. Где там, хер пойми, там. Ты просто конченый. 245, иди нахуй, Арсений. Ну хотя бы так. Потому что я не успеваю еще даже среагировать, сказать что-нибудь. Проще говорить не 245, а там в доме, вот в том... Том, всем, блядь, как бы. Надо постараться в следующий раз более понятно. Да вот будь добр, сука. Так, можно еще? Мне понравилось ботов убивать. Давайте ботов будем убивать из игроков. Можно вообще с ботами поиграть? Я не хочу с реальными игроками. Блядь, нет, не можно. Так что, сука. Арсений, давай какой-нибудь шутер погамаем, вот типа вот PUBG, только вот чтобы вдвоем вместе против ботов, а не реальных людей. Ну, колда, спецоперация, я тебя очень давно уже зову. Там только-только боты. Вот, я бы с удовольствием бы сыграл. Потому что вот я не знаю, почему-то вот сейчас не нравится, как мы играем. Ну, чувак, у тебя же памяти нету, пидорисик, пидорасик ты маленький. Ну, так мой. Надо избавляться, значит. Ну вот, избавляйся. Так, Вадим, вы куда бежите? За тачкой. А, за тачкой. 20 века, я понял, ну. Теперь я точно уверен, что смогу выйти из машины. Но это не точно. Не, точно. У меня все работает идеально теперь. О, да. Ой, Игнатий, нихера у тебя голографический прицел, по кайфу. Чисто угадайте, что это за машина. Ну, сука, Запорожец. Нет. Даже не близко. Форд, что ли? А, сука, что-то знакомое, кстати. Рено, может, какой-нибудь там, я не знаю. Ты что за машина-то, алло? Дача, дача. А-а-а, да... Сука, точно, дача, ё-моё. Что за вот... дача? Можете пояснить? Ну, вот тачка, на которой мы едем. Да. Она так и называется? Номерами. Вас дача? Блядь, нет, это не просто вас. Дача. Дача. У Игнатия всё вас, абсолютно. Иномарка, я вас, знаю, всё я вас. Я не разбираюсь в машинах. ВАЗ ГАЗ-24. Да. ВАЗ, я там не знаю, Астра. ВАЗ, там, я не знаю, Рио. ЗИЛ 130 ВАЗ. Да, да, абсолютно верно. То, что мы сейчас едем, это ВАЗ-дача. 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 Ну, кстати, можем просто кататься по карте. Почему нет? А, ну, потому что... Ну, если мы сдохнем, то я знаю, на кого орать, в принципе. О, смотри, смотри, сейчас будет MLG. Погоди. Блять. Давай, Вадиме, я... Быстрее, подъезжай к этому. О, блять, кто попал? А не я, нихуя. Ты. Ну, точно не я. Ты убил. А, да? А, я? Ой. А, точно. Ой, компенсатор, кайф какой. Теперь калаш не будет отдавать. Сейчас, погодите, я... Отдавать. Залутаю. А, я тоже хочу... Так это тогда не калашу надо, чтобы не отдавалось. Тонко, хорош. Чтобы Лёша не отдавался. Да, она уже дала, все уж поздно. О, еще одна дача, го на нее пересадим. А то ой, нас... я за руль, я хочу за руль. Новый. Оп. А, Игнатий, а ты что, с ним что ли поедешь? Окей. Ну. О, смотрите. О, Бей, вижу Додика. Yes. А, это игрок все-таки был? Нет, там всегда пишется убил игрока, а на самом деле ни хера не игрок. О, я СКС возьму. Вот СКС это сладенько. СКС это заебись. Это что у тебя за шляпа? Где шляпа? Ну, а вот ни у кого прицел, Вадим, у тебя есть какой-нибудь прицел? Это у тебя МБР, что ли? Коллиматорный. У меня голографический на СКС. На, вот, возьми коллиматорный, Андрей. Б,
Погоди, Вадим, у тебя МБР, что ли, винтовка? СКС, блядь. Ну ты похер, она МБР называется в колде. О, нихера, от первого лица даже руль крутится. Я манал, вот это да. Что так, значит МБР, говоришь? А куда можно компенсатор воткнуть? Кстати, ты в машине можешь прям лицом вертеть. А, вот такой. Так вот. Направо. Не, я в курсе, просто я не знал, что типа руль даже крутится в машине. Сука, колонна. Где нитро, кстати, посмотреть? Так. Не активировать, а посмотреть, сколько осталось. О, там какой-то груз, да, вон, там, на острове. Бесконечно, просто бензин больше жрать будет. О, Вадиме, мы здесь сдохли, помнишь? Прошлый раз. Точно. Надо бинты лутать, кстати. Паркуюсь. Вот смотрите, если я сейчас сяду на эту баги, я сдохну. Смотри, Игнатий, видал парковка какая охеренная. А тут, кстати, открыто уже, это не хороший знак. Ой, хули. Что такое? Тут едет баги. А где-то я... баги. Внимание. Я еду, бля. На стоп эрекшн, Арсений, стоп эрекшн. Спасибо на химик за HD звук, как говорится, пространственный. Так, а где припарковался? Что-то уже заблудился нахер. Бинты надо, короче, это аптечки, вот эту всю херню искать, если уж патроны все равно не нужны. Ой. А вот, ё-моё. Игнатий, хочешь за руль? Да. Или тебя опасно пускать? Бля, да. А ты в ASD управляешь? Да. Естественно. Не, я так не умею. Скорее всего, это твой эмулятор так не умеет. О! Чё? Всё, убил Додика. Колян 777 это бот? Да. Мда. А как понять, что бот? Да, говорю, кстати. Бегают как аутисты и стреляют очень слабо. Ну, игроки тоже такие бывают, мы же так же стреляем. Ну, окей, но нет, мы стреляем, если мы попадаем, то у них прилично хп. По зоне, кстати. Вот, а, я нет, я туда не поеду, там край зоны, сука, я за Вадимием точно не последую. Так, сюда. В центр. Ну, ты можешь маркер поставить? А я что? Так, я поставил. Где, сука? А долго видишь, все в глазки. Ну, сказать то, что я не вижу, это, в принципе, да, то, что надо. Ну, а Игнатий, а ты видишь маркер голубой? Ща на карте. Вижу третий какой-то, но ты, походу, отображаешься. Ну, заводи, ну, ехать-то. Подожди. Странно. Да, вижу маркер, я вижу маркер, надо карту открыть, он просто, походу, за картой. Сука, ну, неудобно, конечно. Ну, типа, а может, я например? Он на координатах тоже так-то отображается. А, во, я, короче, себе поставил, типа, нормально теперь видно. Арсений, это увеличьте скорость. Понял. Так. Сука! Сука, профессиональный водитель в PUBG, аж стаж до хера. Стоп. Я за воздушным грузом. Он на 230. Гоните. Бля! Бля. У нас не 230, у нас очко. Мы сдохли. Кто МР-бот? Вас убил мистер-бот. А это не бот, явно. Это не бот, да. Просто ник у него мистер-бот. Как так? Блядь, ехали, мгновенно сдохли, Вадимий. Вот это не боты. Боты так сделать не могут. Это эмуляторщики, все понятно. О, и Вадимий сдох. А что это за хрень? Это игрок, ты же сам сказал. Понял, что ты игрок, но как? Ну что, спрашиваешь тогда, что за хрень? Блять, бан за читы, сука. Я один раз чисто вот зашел по грамоте, слышу, едет машина, чел как-то подпрыгнул на холме на машине, высунулся из окна, убил меня. Хотя я стоял... Индийское кино, наверное, снимали. Да, наполовину в здании я стоял, прикрывшись дверью. Меня ущемили. Ну это, мне кажется, им все-таки. Потому что так четко в двух людей сразу попадать в машине через миллипизрическое стекло. Ну, так меня еще он это шатал. Ну, да шатал. Понятно, что он тебя шатал. Это ж такая труба прям опасная.
Ну, мы же на телефоне-то будем играть в любом случае. У меня-то на Сусунге Dead by Daylight точно не пойдет. Я в этом уверен. А вот на Huawei, я думаю, да. Ну, блядь, должны. Блядь, сейчас. Чихнул! Блядь. Чё это такое? Чихнул я. Чё такой сладенький? Так, а здесь плавать можно или нет? Да, можно. Всё, Игнатий поплил. Поплил, да. Я купаюсь в море. Знаете, какое предложение есть? Прям вообще... Игнатий. Высадиться в воду, да, и поплыть? Игнатий. Почти. Высадиться на берегу, взять лодку и поплыть вот на этот остров, на котором мы сейчас находимся. Игнатий. Что? Когда приедешь в Туапсе... О, кстати, в Туапсе можно съездить. Пойти в режим, где вертолеты есть. И вот это будет... Да. На вертолете полетать? Да. О, блядь, давай полетаем, я хочу полетать. Ну, своим управлением навряд ли. Ну, просто я хочу посмотреть. О, маргарин, слава Украине. Это какая-то Италия, да, судя по этому? Да. Так, это, да. Вот, остров, это Украина. Блядь. Так, а с какого хуя у Украины есть острова? Так вымышленная. Ну, где, типа, остров, по сути, вымышленный в Черном море где-то. Ага. А принадлежит Совку, по-моему. Советскому Союзу. Исходя из того, что я помню... Так, мы купаться будем в Вадиме, да, сейчас? Да, нет, мы искать лодку. Смотрите, где лодка есть. Они на берегу спавнятся обычно. Так, заебись, в каких-то кустах нахуй заспавнились. Я предлагаю устроить пляжную вечеринку. Согласен. О, хорошо, я приземлился, прям водичку еще покупаюсь. Ну-ка. А что там делаете, Дадики? Я купаться иду. О, смотрите, чел бежит. Где? А, вон, вижу. Это, по-моему, я не уверен, но это не бот. Стойте, не бейте его. Это не бот. Йо. Так он, блядь, сейчас пристрелит меня, нахуй. Не пристрелит, видишь, у него оружие нет. Йоу. Ой, бля, еще один идет. Вот не дерись. Ай-яй-яй, учисто. Блядь, вы все сдохли, что ли? Я сдох, блядь, потому что там чел стоял без оружия, я прыгал рядом с ним, а пришел его дружок и уебал меня. Так, я извинюсь, у меня просто тут конец света. В принципе, спасибо, что убили. Это даже хорошо. Так, и что мне делать? Или мне слиться сразу? Прятаться. А что, все сдохли, что ли? Ну, кроме меня, я убежал. В другое место. Короче, чуваки, зомби-апокалипсис это не очень приятно, я вам хочу сказать. А что? А ничего. Вадим, можете сказать, где враг или нельзя? В том поле. Ну, желательно третье лицо тебе сейчас включить. Для большего угла обзора. Угу. А чё вы ржёте, я не понял? Я просто... Игнатий издумывает. Да, блядь, сука, можно я на вазике? А, блядь, не надо. Вон, на баге можешь. Впереди стоит. Не, нахуй, я в него сяду. А, Надя, ты от первого лица, что ли, гоняешь? Да, а чё, нельзя? Кто придумал, сука, голографический прицел ставить на пистолет? Блядь, у меня ебучий пистолет, сука. Ну, ты его снять можешь, прицел, через инвентарь. А чё, Вольт, кстати? P1900... Вольт, я сам внизу, так что Вольт. Блять, вопрос, анальный вопрос. Где, сука, Дадики? Где-то в поле были, вот, на пляжу.
рядом с пляжем. Короче, сейчас... Я только пистолет, ебан. У меня только ебаный пистолет. Я сейчас пройду, они мне пизды мгновенно дадут. Я даже ничего сделать не успею. Инстантно. О, блядь, ну, наконец хоть что-то. Дробовик. Блять, оружия нет вообще нормально, только дробовик ебучий, ты жгал. Жало, УЗИ лежало. Нормально, жестоко. На втором этаже ты чё УЗИ не взял? Ну я проебал, ща, погоди, может здесь что-нибудь будет. Хуйня, хуйня. Так, сейчас на второй этаж говоришь. Блять, я захотел в шутер поиграть. Шок. Да. Блять, выберись в это ебучее окно. Кстати, вот вроде остров советский, а название на домах, блять, на английском написано. Кстати, Игнатий, у меня хорошие для тебя новости. Зона через 1.5 минуты, а ты это самое. А те 3 километра вы не херачите. А где, ну, блядь, где УЗИ, ты можешь сказать? А, все, блядь. Да, в какую сторону? По дороге там вот слева от тебя сейчас на дороге будет, блядь, ты вправо смотришь. Я понял. У тебя пунктир на карте белый. Вон вот это... Блядь, а ты думаешь, я в него сейчас сяду? Да, ты сядешь. Не факт, что ты вылезешь из нее, но сядешь. Ты... Не, вылезу, я вылезу, только вопрос. Ну, как скоро. Анального характера, блядь, как не управление. Ох, не знаю, это, наверное, так же. Ну, вот смотри, сейчас ВСД буду управлять, ну-ка. Так же, вот сел. Вот я, блядь, нажимаю В, еду назад, сука, вот. Ну, а другие тоже. На С вот тоже назад. А. Ну, езжай задом наперед, в чем проблема-то? Так, блядь, нихуя не... А, вообще, погоди. Современные проблемы требуют современных. Да-да-да. А, 30 секунд, все, приехали. Не, блять! Ну, я могу только налево поворачивать, ладно, поехали. А, и такая скорость, заебись. Охуенно, блядь. Ну всяко быстрее, чем пешком. Ну не скажи. Быстрее. Не, ну все, это пиздец. Я, блядь, даже не могу повернуть, сука, налево. У меня только вот вправо, и все, вот, пиздец. Ах, вот, я могу вот так вот делать, вот так. Выровняйся, и все. Езжай. Пацаны, это вот как я играю в PUBG. Ооо. Че? Очко тебе, Игнатий. Чего, комменты? Ехать охереть. Что, что? А, ты про комменты. Я думал, комменты там. Кто-то быстро. Я сейчас комменты быстро погляну. Так. Ну, никто не высрался про русничка. Игнатий, тебе не жить. Да я, блядь, знаю. Дайте игрока, который меня убьет, сука. Ну, ты можешь выйти, в принципе, просто. Но я бы не стал. Я бы просто... Поборолся за жизнь, так сказать. А ты камеру а, блядь, не подними. Удобно тебе так, что ли? О, блять, блять, ебать! Сейчас погоди. Нет времени для экспериментов, сука. Блять, пиздец! Ёбаный рот, блять, все, поехали. Камеру подними, а то он не видно ни хера. Да покер с камеры, самое главное, чтобы добрался, он не успевает. Ну, а, ну да, не успевает. Главное, блядь, ты еще едешь в гору, сука, а не с горы. Блядь, два раза медленнее будет. Не, не да. Поворачивайся, не поворачивайся, ехай как ехал прямо. Выровняйся более-менее по линии и ехай задом. Не-не-не, все, прямо. Еще чуть-чуть, вот так вот держи. И просто ехай назад. Блять, ёбаный рот, блять, это, блять, пуга. Пиздец, блять. Эмулятор, а не пуга. Это пиздец, да? Да. Все, да. А через сколько меня начнет убивать?
Она уже, она потихоньку. Но у тебя нет никаких там бинтов там или чего-нибудь? У меня есть 5. У меня есть энергетик, но я, блядь, не могу его выпить. Ну, ты можешь выпить. Ну, то есть, приостановиться и выпить. Он будет потихоньку тебя... Блядь, пиздец, ёбаный, блядь, рот. Блядь, пиздец, блядь. Пацаны, как проехать, сука, это испытание? Вот, блядь, как проходить, вот интересно было бы так пройти трекмэния. Ну, блядь, пиздец. Блядь, ты еще заехал в этот сталбер, босс. Блядь. Блять, если бы я на обычном ебучем баге был бы и вот такой хуйни бы, блять, не, ладно, сейчас я поэкспериментирую, сейчас погоди. О! Ты куда нажал? Блять, блять, бля, бля, бля. Бля, нет, 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 сука. Сейчас погоди. Блять, нет, не сюда зашел. Ну-ка, блять. Блять, ебать! Ебать, костынь, нахуй! Ой, блять. Вадим, Вадим, я еду нахуй. До сих пор. Блять, пиздец! Ебучие, блять, баги, ебаны. Камеру можешь поднять. Ты же не видишь ни хрена, куда ехать. Камеру вырубай. Не-не-не, камеру поднимай, нахуй. Да, да, да. О, наконец-то, все, сейчас с горочки покатишься, все нормально. Только ты смотри, это баги такая херня, на которой обрежешься, убьешься. Поэтому я не знаю. Да он и так сдохнет. Камикадзе, блять, нахуй. Ну, вон, я могу откуда. Только налево поворачивать, Вадим. Ну, ты вообще... Ой, блять! Ты не видишь, куда едешь даже. Блять, блять! Так я тыкаю на экран, Вадим, понимаешь? Я тыкаю на экран и как-то вот... Вот, блять, и поехал. Давай, быстрее, блять, газ, газ! Я вот на экран... Дед Игнатий. А, Игнатий, блядь, бинты, бинты, перевяжись, а то... Блять, нету бинтов, нихуя! Берёшь, опять есть. А, блядь, есть. Блядь, иди нахуй. Иди нахуй. Использовать. А что за утки, кстати, на карте? Что? Так. Ну, я тут утки какие-то в шлемах. А, да, давно уже. Я не знаю, что это. Ну, как давно, давно. Как только мы начали играть. Так, Игнатий, ты еще... разобрал, как вперед ехать, охереть. 1800 километров. Ой, блядь. 1 километр 800 метров. Ну, 1800 километров. Блять, ёбаный рот, блять, этого казино. Это, пацаны, это пиздец, я отвечаю, это пиздец. Игнатий, 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 а ты точно права сдал? Бинты кончились? Нет, используй. Да, принимай, принимай. Остановись сначала и полностью и прими. Остановись, да, ну-ну. Блять, не принимай. О, блять, давай. Ёбаный рот, блядь, этого просто, блядь, казино ебаного. Всё, что у тебя есть там, принимай, там бинты, блядь, даже энергетик выпей. Блядь, всё принимаю, всё пью, нахуй. Быстрее. Более утоляющий. Ой, блядь, оно хуярит. Зона, блядь, хуярит, использую, блядь, 6 бинтов. Сейчас я похилюсь, блядь, поеду как-то. Выпил 2 торнадо, как сказал Тимофей. Ой, все, пиздец, пиздец, Вадиме, пиздец, просто пиздец, еще раз пиздец. Вадиме, блядь, сейчас сдохну, помоги. Газу, помоги. Газу, 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 газу. Блядь, назад еду, ебучий, блядь. Да не реверс драйв поставь, сука. Блядь, не нажимается. Гандон блядь. Ездит на коробке автомата, потом не знает, как управлять машиной. А, все. Блять, иди нахуй, я уезжаю, блядь. А кто меня стреляет-то, блядь? Бот. Да. Блядь, игроков блядь, явно здесь блядь, уже блядь, нет. Блядь. Да не в ту сторону. Сука, повернуть даже не можешь. Блядь. Быстрее, газ. Сука, это блядь. Потому что автомат. Все, пизда мне, я, блядь, не туда поехал, сейчас погоди, блядь. Все, ты поехал. Куда? Сколько мне ехать, блядь? 3 километра, Вадим, я сейчас сдохну. Да там до хера ехать, чел. Ну все, пиздец, все, я сдох. А бензин, у тебя сколько бензин? А где он? Не имеет значения, бля, в нижнем. Да, лучше не надо смотреть. В такие моменты не стоит смотреть на бензин, нужно просто выжать тапку в пол. Каз, да. Ну и все, как говорится, помянем. Да. Блять, Игнатий пытался выжить, блять, но я не пыталась. Да. О, неужели оно проперделось?
Доброе утро, Лос-Анджелес, как говорится. А помнишь, что себе скин Арсений ставил вот из PUBG, вот какого-то додика со шлема таким? Да. YWorld, по-моему, это был. Ну, вот это в ортодоксальном папке, а не вот в этом вот. Куском говна, да? Да. Ничего, сука, ФКшит все, а? Давайте активнее двигайтесь, шевелитесь. 39 игроков. Прогрузка территории. Да, а что мы здесь делали вообще? Играли? Что это такое? Куда летим? Мы летим на ЧС. О, речки какие-то, горы красивые. Так это та самая карта, алло. Мыльное говно какое-то ебаное. О, там додик какой-то с нами рядом спрыгнул. А там, посмотрите, сколько, 5 минимум. Когда в Туапсе поедем? На 280 додиков много, на 280. Зачем в Туапсе? Давай сразу в Сочи. Ну, а так этот же в Туапсе живет. Да? А. Да, додик. Хотя, если песни фейса, то это как бы уже тревожный звоночек. О, у меня МБР. Который здесь каким-то хером МК-14. Потому что я по колде, так говорю. Что это значит, расшифровка, блядь? Тебе точно хочешь знать, что такое МБР? Да. Минет без резины. У меня что вера от такого провисла. Зато правда. Да, пошел туда теперь. Ой, блядь, у меня без прицела ебаного. О, у меня, по-моему, снайперка или что это? О, это снайпер. Снайперки. Это снайперка? Охуеть. Кстати, слушай, дай мне вот это говно, которое у тебя на спине. Ой, блядь. А, это ты бьешь? Вот это второе? Да. Ну где это? Спасибо за один патрон. Сколько тебе? Какие? 7.62. А давайте нойзим Русланчика. И вот такой вот бригадой, короче, ворвемся и расстреляем его. Я предлагал сделать, когда я имел в виду, в Туапсе поедем. Бля, в Туапсе там 2000 километров на поезде. Ну и нормально. Сутки вроде ехать. Значит, полетим. Да не, на поезде, Сань, на поезде. Не, ну на поезде, да, интересно. Там, я говорю, там если на быстром таком... А лучше в плацкарт. Не, лучше люкс вообще, там люкс, блядь. Там еще, кстати, двухэтажный. Не, обращенных, сука, ага. Чего как додики ходите? Арсений, стой, я рассмотрю. А, да, без проблем. Надо было такой же скин выбирать. Ой, блядь, снайперка, конечно, очень интересно. Вадиме, у меня такое чувство, как будто кто-то, короче, рядом с нами затесался пидор, мне кажется. Потому что ты, типа, на мой скин смотришь, а вот кто-то нет. Вот странно, на самом деле. Игнатий, одевайся. А зачем? Просто. А, у меня ни экипировки, ни хера нет. Это красивая жизнь называется. Игнатий, так, не, я не буду брать, бери. Это, Арсений, так насчет вот этой колды, там, типа, вот все прям оружие много, там, броня всякая, да? Да, как и в любом шутере, в любом другом. Броня, ну не знаю, чел. Там типа самый сосный режим это выживание на самом деле. Ну, спецоперации тоже, конечно. А какая именно колда? Моя любимая Modern Warfare 3. Я другие не признаю. Я признаю только линейку Modern Warfare и все. А Modern Warfare есть этот кооператив? Ну, вот, по-моему, только... Сука, ну короче, сам нормальный кооператив. А, в смысле, кооператив компания, что ли? Нет. По сети, чтобы друг другу. Был бы нормальный кооператив. Ну, типа, только вот я говорю, спецоперации, типа вот эта сосня вся. И выживание. Ой-ой-ой, ребят, у нас вот там вот за этим домом стреляют. Вижу. О, ВСС, сладко. О, нихера ты, мажор. Я смотрю, я никого не вижу, кстати. Да. На сколько градусов? Где? 230 были взрывы. Ой, эти... Ну, короче, стреляли. Кстати... Сейчас, смотрите, фокус покажу. Ого, где-то... Да, 245. На общагах, вот на тех. Вот, вон, помните.
Ты, сука, пометил, только ни хера не видно. Ну. Давайте аккуратно, нас же сейчас, блядь, нахуй расстреляют. А, вижу. Он сейчас будет по окнам не палиться, так что, в принципе, ладно. Но у меня снайперка есть, я могу попробовать со снайперки. Снайперки, успокойся. А, у всех, блядь, даже у вас? Да, это решил такой. По моему заказу. Так, только я предлагаю... Блядь, это я одобряю. Я предлагаю в этой будке остаться. Йоу, Игнатий, спрячься. А нас со снайперки можно вынести за один удар? Да, если у нас всех абсолютно, потому что у нас шлема никакого нет. Если в голову попадут... У меня шлем и бронежилет. Ну вот Арсения не вынесут. Несмотря еще с какой, если, допустим, первый шлем могут и вынести с первого. Вот там даже где-то правее, вон я вижу. Да. А это как долго... Можно как-то определить расстояние до места там этих выстрелов? Ну, можно. О, блядь, где-то там вот. Угу. Где-то за домом как будто вот стреляют. Так, я камень перемещусь. Все, я за камень. Это как к дереву перемещусь. Так, я вас это прикрою. Можете перебежать. А, можно в приседе бежать, это сасно вообще. Что, за грузовик? Да. Прикрывайте, я перемещаюсь. Боюсь, грузовик не в зоне. Да, он не в зоне. Не имеет смысла. Мы бежим прямо в зону. Лучше за камнем остаться и отстреливать тех, кто пойдет сейчас нам навстречу. Сука, нас сожрет, сука, в любом случае. Нас не сожрет пока что. А, ну мы там, да. Только смотрите, вот с этих вот крайних общак могут это стрелять. Ой. Вижу, бежит там сверху. Один бежит сверху. Где сверху? Где, какой? На 200. С горы? Да. Ой, блядь, стреляет. Ой, блядь. Чё? Тихо, спокойно. Сука. Арсений. Меня кто-то вырубил, блядь. А зачем ты, блядь, гранату? А, что вы это? Так, я вижу. Блядь. Так, попал. А меня кто-нибудь оживит? Или нет? Я оживляю, я аптеку юзал, сейчас. Yes! Ой, блядь. Это игрок был? Да, это был игрок. Причем один из тех, кто Игнатия уничтожил. Уничтожил? А там еще двое было, кстати. Адреналин. Это Арсений, ты зря пошел, они справа в поле. Да, пусть они мне... На сколько часов? Ой, блядь, градусы. Прямо справа от нас. Градус имеет. Ну я, блядь, дезориентировался. Сколько градусов, Адимий? Вон они, в поле. Я не вижу, блядь, не пизды. Во, вижу, бегают. На 345. Блядь, ложись, кто тут, блядь, ложись. А, красиво. Поднимите это там. А, спасибо, что поднял. А, все, блядь, я сдох. Ну, минус один. А можно еще на снайперках? Мне очень понравилось. Да. Окей. Там больше с Алисой интереснее. Кстати, сомнительно, конечно, но вдруг у нее на канале что-то есть. А, да. Ну да. Пошла. Так, она сказала, что года на 3 младше ее в деревне. А, в деревне. Ну по кайфу. А Игнатий где? Игнатий в деревне. На 3 года младше нее. Да. Блять, пиздец. Сколько, Вадиме, 13, да? Получается. Получается либо 13, либо 14. Это называется доминация, сука. Ну да. Хотя чем там доминирует, только возрастом и все. Не умом же. Ну да. Блять, нахуй вот эту хуйню, блять. Встречаться, когда можно пупх играть. Да. Но я бы выбрал первое, честно вам признаюсь. Звонить в техподдержку Амазона. О, VSS. Так, там додики? VSS.
Если... Там есть этот поле. Или это выходит. Поль, там лежит, есть дотик, дотик, реальный дотик. В смысле, реальный дотик? Реальный дотик. Вот он на втором этаже, и как бы он, кажется, хочет подобрать оружие. Это надо. А это бы... А тут их двое, чуваки, все, короче. Трое, их целый, блядь, сквад. Прикольно. Ой, блядь, они нас кружили. Ничего нет, они меня, сука, кулаками бьют. Блядь, перезарядка нахуй! Убить додика, блядь! Надо пострелить анус. Блядь! Сука, там обрез лежал, вы прикиньте. Сука, это очко. Там обрез лежал. Так, кто выжил, кто сдох? Арси не сдох. Так, это официально. Блин, лес везде. Так. Ну обрез. Так, Вадиме, тогда давай не будем это бегать. Да. Ну вот я так на крышу переместился. Блять, опять я проебал с этим управлением ебучим. Так, у меня просто один этот сраный пистолет. Да. Так, получается, если я смотрю прямо перед тобой, то мне градусы даже неудобно как-то говорить, только если эти часы. А часы, так они не имеют смысла. Ну Игнатий, ты не понимает ни хера, он же тупой, как пробка. Так, по-моему, Игнатий, я в окнах общаги кого-то видел. У тебя, кстати, второго какого-нибудь оружия нету? Только пистолет и ВСС, но ВСС я не отдам. Ну, кстати, пошли вот в эту будку, может, найдешь сейчас чего. А, это... Ну, я понял. Ну, пистолет в этом режиме, в принципе, ну, не то, что прям супер, но сойдет. Вы пришли опять на место своей смерти, да? Ну, прикольно. А, ну, кстати, я кольт возьму. Мне кольт больше по кайфу. Так. По-моему, где-то прям в поле перед нами, я не знаю, где. Нет, я нихера не вижу. Или в многоэтажках. Я вот до этого туалета бегу. Ну просто какой-нибудь автомат взять, хотя бы самый донный. Какой? Автомат. О, Игнатий, я нашел полуавтоматическую пушку, нормально. Повезло. Быстро тапай. О, хороший прицел, заебись. Но я никого не вижу. А ты бы еще умел пользоваться им? Ой, да, кстати. Вот я, кстати, умею пользоваться прицелом ВСС, по крайней мере, умел. Вот эти метки на нем, я понимаю, что они обозначают. Каждая метка 50 метров. По-моему. Раз, два, три, четыре. Нет, 10. Вот боковые, которые вправо-влево, там каждая метка 10 метров, получается. Или 100. Нет, 100. Или 200. Нет, не помню. Хорошо, умеешь пользоваться, да. Ну, я говорю, умел, когда я в попх играл. Опа. Вот в этом многоходовочке, ой, многоэтажке. У меня такая же херня. Многоэтажке кто-то прямо вот в этом здании. Мне бы напал, на самом деле, не помешало. А ты без оружия бегаешь, хорош. Ну, а ВСС на таком расстоянии такси. О, ну, кстати, вот минус идет. Так ВСС, сука, это же автомат. В смысле, такое себе? Ну такое себе, то что я... А чё, в смысле? Что я моментально в кого-то всё выпущу, все эти 10 патронов жалких, и всё. Мне бы вот на самом деле лучше мини взять. А, у тебя 10 патронов, прикол. Так, да, так, Вадиме, я там сижу, это... За углом. Где? О, на крыше, блядь, додик. Где я? В здании? 330 на крыше, напротив тебя. А. Ну он был, сейчас уже ушёл. Блять, даже не успел, сука, прицелиться. А, я, кажется, понял. Наверное, вот на этой крыше, да, Арсений? Он эту имел в виду? Нет. Вот от меня 335. Если бы я мог еще, сука... Вон он, блядь! А, хорошая ориентация у Игнатия. Вон он. Вижу. Бля, убил, по-моему, Аня, вырубил. Убил. На час, сука. Игнатий, поднимайся ко мне быстро. Ща, погоди, блядь, я ебучая хуйня, я ебучий танчик, нахуй. Так, она что-то блядь, там не могу опять... ебаное окно, блядь, ебаное, ебал твой рот, блядь. Оно поднимается,
Знаете, мне страшно, оно поднимается. Это я. Блять, гандон, ебаный, чтоб ты сдох от спида, блять, угорать. Нихера. Блять, пиздец, блять. Ну я так тащил. Вадиме, я так тащил, ты просто бы видел. Одного вырубил, это же прогресс просто. А чё ты вторым-то тогда не занялся? Так я начал в первого додика попал, начал второго стрелять, он скрылся. Потом Вадиме сказал, беги ко мне, я побежал к нему. И в итоге там на лестнице додик попался, который меня пристрелил. Опа, это чё это? Что? Сука, одели, обрели на лысо, как шлюху последнюю. Ой, а чё я за додик какой-то? А чё столько додиков одинаковых? А это вот, чувак, это выглядит со сковородкой, чувак, с этим, как у меня скин в Майнкрафте был. Вот это он. Ой, блядь, как насколько хуёво всё. Мыло ебано. Так, ой, о, всё, пизда, сейчас будет, я так полагаю, да? Да. Не важно. А как понимать, это типа, это такая муза... Ой, всё, пизда. Я ебал, так мы в команде или нет? Да, мы в команде. Ну так за тобой прыгать же? Нет, за мной, если вот в этом режиме не обязательно прыгать. А, но при этом зона, чувак, именно там, где ты. А, у нас еще есть снайперки. А в смысле, где я, блядь? Ну, держу в курсе, чувак, ты находишься пацаны, там, а где... где все? Я сейчас сдохну. Мы прыгнули уже давно. Блять, а где я? Ни хрена там месиво. Ой, нихера прицел, кстати. А, смотрите, там что за месиво внизу. Вот, почувствуйте себя героем Донбасса. Я пацаны, уже, пацаны, сука. Пацаны, вы где? Где? Кулаком его вырубил. Ай, помогите. Я за камень заполз. Вадим, я вас вижу, я иду к вам. Я кулаком его вырубил. Там больше никого нету? Блять, не могу прицелиться. Блять, он меня подбил, гнида ебаная, чтоб ты сдохла. А я сейчас сдохну, Вадиме. Ничего страшного. А, все, я кажусь, да, все. А, все, красиво, я понял. Я нихуя не успел сделать, я, блядь, даже ни в одного не попал. Потому что, это, винтовки не полуавтоматические, и все, я уже все, сосать начинаю. А ты, слушай, совет, херачьте кулаками вплотную. Им сложнее будет в вас попасть, крутящихся вокруг. Да. Ну, как видишь, я кулаками сейчас чего забил. Гнать, я опять решил в самолете полететь. Либо гранатами это. Кстати, хорошая техника, знаете? Лететь до конца и падать вместе с АФКшниками. И набивать на них. А. Это, Вадим, я тогда с вами лечу. Блять, вы где? Это можешь тогда сделать, чтобы я с тобой был? Нет. Но ты рядом с тобой прыгаю, видишь, я сверху. Да. Сука, конченый прицел, вообще нахер его убрать надо. Это давайте защищайте тогда меня, Вадим, защищайте. Есть. Уничтожил одного. Так, сука, подними только. Не надевай! Спасибо. Сука, я без прицела вообще замечательно справляюсь нахер. Так, давай, Вадиме, я ложусь. Один килл есть, слушай. Вон додик. Блять! О, попал! Попал. Давай кулаками добьем. Бля, прицелиться нахуй! Блять, я не попал, сука, ебаный рот, блять! Тихо. Блять, они бегают, сука, додики ебаные, блять! Сейчас, Вадиме, живите! Я живу, блядь, я сейчас... Блять, да нахуй, блять, пидорасина! Блять! Я всё. Что? Я убил его гранатой! Давай, это, я тебе сейчас помогу. Так, куда нажимать? F? Да. Тупой респект, нахер. Все нормально, да? Оружие здесь нельзя менять, что ли? Можно. О, кстати, Арсений, к нам иди. Аккуратненько тут. Минус один. Сука, кар 98К, да, и тут, сука, фашисты обоссанные. Да, пока правильно, что добавили года два назад Мосинку? В мобайл ее что сделали? Правильно, до сих пор не добавили. Сука... Там бегают все по горам, сука, я охерею просто. Никого не выцепить даже. Так, почему же никого? Вот я выцепляю. Ой, вижу. Да я тоже, сука, только одного. Ой, блядь, кто там по мне стреляет? Знаете, держись рядом. Ой, блядь, пиздец. Пиздец, блядь.
За корой нахуй. Ой, блядь, опять кто-то. Так, так, так. Только смотри, сколько народу. Я манал просто. Я манал ваш первый канал. Охереть, они там стреляются, сука. Блять, а там текстура, походу, не прогружается. Я вижу чалов, на ней попадают, потому что текстура. А на сколько часов я не вижу просто? А, вон, вижу. У тебя на 11. 175. О, попал. Вон там еще. О, блядь, ебать, убил. Их сколько. Убил нахер. Ну, кстати, о, попал. Ебать. Хорош. Смотри, 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 приземляется там. Чекай. О, попал, ебать, блядь, я снайпер, ебать. Сука, Игнать, чиллаут. А, кайф. Хорош по кайфу. Ой, бля, он там по воздуху вообще. Есть контакт, да, сука. Читерок, пидарок. Сука, какого? Так, вижу. Чувак, это рандомные прострелы, понимаешь? Вижу гея. О, сука, есть. Подними меня. Подними. Ща. Да я вижу геев. Так. Ой, блядь. Я тебя подниму, наверное. А, в смысле, невозможно лечь? А, вот все. Опять промазал, как же это сложно. Ой, блядь, на меня нахер. Выбил. Это, Вадим, я... Вадим, помогите. На нахер, сука, гондон. Слушайте, вот это прикольно, вот это мне нравится. Да, вот это вообще по кайфу. Вадим, хуй, раньше-то молчал. А кто, сука, знать будет? Я твоей маме буду жаловать. Блядь, бегает, сука, гондон. Ой, блядь, меня пытается пострелить. Сейчас будет фарма ФКшников, о. Сука. Я ФКшника зафармил. Охереть. Блядь, не могу попасть в него, додик ебаный. Сука, на опережение стрелять, чувак, это бесполезно. Кстати, вообще. На четвертом месте нам навряд ли вытащить. Блять, у меня 12 патронов осталось. Там за камнем ебаный. Ну давайте, давайте, я танцую перед вами. Ой, бля. Пацаны, бегу, это помогите. Ой, сука. Ой, чуваки, 0 хп. Ой, просто. Все, пиздец. Пиздец, да валить его. А, все, я сдох, блядь. Ну валить его все равно, блядь. А, ты сдох, да? Нихера. Да вставай, сука, пидорасина. Ладно, понятно. Я вообще этот режим хороший, в общем. Ай, да, Вадим, реально топ. Надо просто засесть где-нибудь и отстреливать. Да. А бывает тут еще пистолеты, пулеметы упадают и автоматы. А можно задонатить, чтобы это оружие другое было? Нет, только вот аэродроп попадает, там АВМ. А что, типа вот вначале не могут нормальное оружие дать? Так, Вадим, я тогда к тебе как-то приближаюсь, пытаюсь. Вот здесь. Я к Вадиме. Арсений, ты тогда тоже к Вадиме так, пытайся Арсений. Как-то. Я уже приземлился, так что это вы ко мне давайте. Так, вижу Дадика. Тогда сразу ложись, чтобы это пизды не дали. Ну как раз таки могут дать. Попал в него, но не убил. А за травой ни пизды не видно. Держу в курсе. А, ну все, меня ёбнули сразу же. Так что ложиться это не работает, так что забейте тупо. О, yes! Спасибо, хоть добили наконец. Сейчас я к вам дропнусь тогда. Блин, сука, меня фраг застигнут. Держите, чуваки, я уже в пути. Хорошо, здесь деньги не надо платить, чтобы из ГУЛАГа кого-то вытаскивать. Кстати... Вы же в курсе, что здесь с упреждением надо стрелять, так как у этого говна скорость полета пули очень маленькая. Да. Что, не понял? Опережение. На опережение. Короче, если видишь, вот чел бежит, стреляй перед ним. Сука, как вы там находитесь? Там же, сука, нихера не видно в этой траве обоссанной. Мы в крови положили. Блять, ебать он его пидорасит, даже нихуя не видно. Да, сука, гондонизм! Ой, блядь, Вадиме, пиздец, блядь. Понял. Сейчас я хочу... Все. Okay. Аниме какое-то ебаное. Спасибо, что хоть не по одному патрону заряжает сразу. А, все. Приехали. Вадиме, если что, помогите. Он за холмом. Ай, емля. Это Вадиме. Да, все, помогай. Орсений. Я сзади. А, ты сзади. О, пацаны, а я это... Очко. Шаги. Пацаны, а я снова выпрыгнул в самолете, как так? Превосходно. That's nice, нахер.
Так, ладно, смотри сейчас, что будет, какой мув. Давай уж как-нибудь мувни этот дебила этого, сука. На F прыгать из самолета. Пацаны, я лечу к вам. Так. Край. Я взорвал себя, но нет. Хорош, красиво просто. Ну сейчас тебя там добьют. Ой, Игнатий приземлился. Давай, вали, сука. Блядь! Куда ты стреляешь, конч? Блядь, сейчас погоди. Да блядь, ебаный. А как кулаки включить? Просто пустую ячейку оружия выбрать? А, да. Понял. Нихера, ну, Игнатий тащит. Анус прострелить. Хорош. А, добрый. Да. Да на, не советую. Так, предлагаю, короче, приземляться регулярно вот здесь, вот в этой точке. Да ко мне, вы ко мне просто это, прилетайте. Ну, там аэродроп, кстати, ну, типа, ладно. Ну, нет смысла занимать. Сука, я предлагаю, короче, это, действовать как террорист. Как? А, ну, гранаты? Ну, типа, да? Забирать всех, кого... Нет, забирать всех, кого можешь, несмотря ни на что, и жертвовать собой. Ну, то есть гранат. Ой, блядь. Нет, снайперкой. Это Арсений, это подними. Что? А, уже? Я прикрываю. Давай. Ой, блядь, опять пиздец. Сука, откуда? А, вижу. Да я... Сука, двое там за камнем на 12 часов от меня. Блядь. 60. 60 за камнем, 60. Понял. Прям ровно за камнем. Думаю, у этого уебка нога торчит. О, а как ты наклоняешь это, Вадиме, камеру? Кстати, да. В настройках там надо приходить. Включить, наклониться и прицелить. Но настройки это пока что сейчас недоступная привилегия. Как выпрыгивать, блядь, с самолета? А, уйдется. Блять, они там все по воздуху бегают нормальным там, да? Так, Вадим, я... Сука, к тебе... баллистика охеренная. Патроны нихера не падают. Или они падают и не долетают. Не долетают. А, нет. Может. Блин, конечно. Да вот именно в 100 самом... Блядь, да кто меня вырубил, Вадим, это... Там вот где-то на 65 что-то, и можешь меня поднять? А, вижу. Да, что? Чувак, заползи. 65 камень. За мешки. Это, подними меня, Вадим, я сейчас сдохну. А, понял. Нам гранату кинули, бебе. Сука, красиво, короче. Я ни в кого не могу попасть, так что надо менять позицию. А, классно. Блять, в итоге я сдох. А я не мог тебя поднять, потому что он наступал уже. О, АФКшник. Очень сладенький. А можешь же реально просто летать до конца самолета и мочить АФКшник. Да сука, он тебе ТП-шится, гондон! Да неужели? Все, зашевелился таракан, ёбан. До того, как я сдохну. Есть минус один, охереть на ходу. Вот это красиво. Чё ты говоришь, Вадим? Не успел, я сдох. А, тогда к Арсению лечу. Да, давай. Сука, вышка здесь. Вышка, мне кажется, тут тоже место, ну, вроде идеальное, а вроде опасное. Так, а вот здесь Вадим сдох. Заспавнусь. Спасибо. Так, на 55 там какой-то додик. Я лечу дом. На 160 тоже. Да они везде, нет смысла указывать где. Просто видите и херачите. Абсолютно верно. Давай склады, Арсений. А? Кого? Склады прячемся. О, кстати, я, наверное, на крышу вот этого склада попробую залететь. Блядь, долетаю, нет? Попробую. Ебаный нахуй. Я вообще, сука, никого не вижу. Не, херовая была идея. Так, внизу додики. Гранату сейчас обзакину. Ты же сам сказал, что они везде. Ну, они прям вот рядом. Ах, ну как это? Красиво. Чувак, он меня пиздит. Давай напомню. Сюда, ко мне, Вадим, сюда. А как он меня изнасиловал уже? А вот он, блядь. Блядь, мимо, ебать. Блять, быстрее, нахуй. Паркур, блядь. Хилится. Сука, сзади. А, красиво. Все, я понял. Игнатий, ты можешь меня поднять?
Ща, погоди. Не то чтобы обязательно, но лучше... уже нихуя. А, все, я понял. Ну давай, чувак, иди сюда. Блять, у меня еще завис... У меня тоже, что произошло-то? А, все. Так, и что это значит, типа? Побеждено два игрока. Четвертое место. Это хорошо? Ну, не очень. Но четвертое, это же четвертое...